Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Республика» о главных новостях прямо сейчас. На утро 15 апреля в Чувашии 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два пациента выздоровели. Под медицинским наблюдением находится 1038 человек. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев закрыл для посещения религиозные объекты всех конфессий и кладбища. Пасхальное богослужение с Покровско-Татьянинского собора Чебоксар можно будет увидеть в прямом эфире национального телевидения Чувашии. Оставайтесь дома. Девять единиц оборудования, в том числе новый комплекс для лучевой терапии, в этом году поступит в Республиканский клинический онкологический диспансер. Это стало возможным благодаря программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта здравоохранения. В Чувашии, как и во всем мире, растет выявляемость онкозаболеваний. На диспансерном учете с диагнозом злокачественное новообразование состоит более 28 тысяч человек. Только в отделении лучевой терапии за год проходит лечение более 1000 пациентов. Установка нового линейного ускорителя позволит повысить эффективность радиотерапевтического оборудования и улучшить доступность этого метода лечения. Топометрия – это, если говорить по старинке, это разметка. Но поскольку ускоритель – это очень современное оборудование, там проходит разметка на уровне компьютерной томографии. То есть создаются поля, куда будет попадать лучевой пучок. Будет проводиться точная лучевая терапия без возможных осложнений и побочных эффектов, которые могла быть при работе с аппаратами другой конструкции. Дальнейшее развитие радиологической службы включено в республиканскую адресную инвестиционную программу Чувашии на этот год и плановый период 2021-2022 годов. В ее рамках предусматривается и строительство второго радиологического корпуса. Юлия Важенина, Татьяна Ираевская, Павел Редков, Республика. Реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития республики до 2024 года обсудил сегодня временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев с членами правительства республики. Индивидуальная программа направлена на обеспечение ускоренного развития отраслей экономики. Утверждение индивидуальной программы социально-экономического развития для нас очень кстати, потому что, в принципе, ровно те меры, которые в него заложены, нам позволят смягчить вот те последствия, которые вызваны этими тяжелыми временами. Сама программа, как известно, имеет несколько основных направлений. Это прежде всего создание новых инвестиционных площадок, это и территория особого ИТОСР, вернее, территория опережающего социально-экономического развития, и таможенная зона, и технопарки, как с государственным участием, так и индивидуальные или частные, или корпоративные, здесь можно по-разному сказать, развитие и малого и среднего бизнеса. Здесь помимо тех имеющихся форм поддержки, конечно же, мы будем разрабатывать некие новые формы. И те новые формы, о которых будем говорить, это прежде всего, они должны быть направлены на создание новых производственных мощностей, новых направлений производства, создание новых рабочих мест, с тем, чтобы люди могли иметь, трудоустраиваться здесь, реализовывать себя, карьеру. Ну и, конечно же, будем особо уделять свое внимание проектам, которые будут реализовываться в сельской местности. Час назад прошла очередная прямая линия рабочей группы оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции. Вопросов поступило, как всегда, много. Их можно разделить на две группы – медицинские и социальные. Вопросы медицинского характера касаются защиты и безопасности, наличия и использования средств гигиены, предупреждения распространения COVID-19. Вторая группа вопросов, и их, кстати, стало гораздо больше. Карантин затянулся, деньги заканчиваются, жить на что-то надо. За поддержкой в ситуации, когда люди лишились доходов, рекомендуют обращаться в отделы социального обеспечения по месту жительства. Подробнее можно узнать, посмотрев повтор прямой линии на нашем телеканале сегодня в 20:30. Это были главные новости к этому часу. Следующий специальный выпуск программы «Республика» в 16:00. До встречи!